Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джанна Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванча Калпатару Васики Пасинду Бевача Патитанам Павуне Бхавишна Вибхьо Намо Нама Мукам Кароти Вача Лам Пангум Лам Хайти Гирим Ятки Патам Ханга Банди Парама Ананда Мадавам Бринда Вайту Сидеп Вайпия Вайкес Васача Снавакти Паде Деви Саттаваттвай Наму Нама Нараяна Намаскритта Нарунчайва Нараттама Девин Сарасватин Вязам Тато Джайо Мудира Шанкиртане Кришна Катху Пудеси Гория Патрашу Пракаса Нича Аданурапта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагодварам Дейям Сада Парибхабхагнам Абиштадухам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панутапалла Бхавадипутам Банде Махапурусати Чарна Равиндам Ятпада Паллавана Качанда Маничатая Беспуриджи Такамапика Павадушу Адарш Пурнану Рагра Сасагра Сарамурти Сарадхиками Када Кипам Карус Сри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рахамаре Аджануламбита Бхуджо Канукаха Бодхату Санкиртанай Капитару Камала Хитакшу Вишам Бару Диджавару Джугадхар Мапалу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Vandito Diparupam Муктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рубена сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманунга мада апахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджуша Бадани Лакшмир Яшача Вакшаси Ясьясти Хиде Самбихид Вам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе
Bhayam Pramatta Shabani Shupishad Yataha Sayasti Shahasata Patnya Jitendriyasya Atma Ratir Vudhasya Sangsara Vandhan Kinnu Karatya Vadyam. Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Пхупат Парамахамса Джагат Гуру сказал told that if you are not ready to give everything to Bhagavan, если вы не готовы отдать все Бхагавану, then there is no possibility that you can get Bhagavan. Вы не сможете обрести его. Then there is no possibility that you can get the lotus feet of Bhagavan. Не сможете достигнуть его лотосных стоп. Парамахамса Джагадгуру Шрила Прабхупада сказал, что если вы не готовы отдать все, что у вас есть, лотосным, посвятить это лотосным стопам Бхагавана, вы не сможете достигнуть их. Не сможете обрести вечное служение Бхагавану. Сарвасв томар чароне сопия, паричи томар гхаре, туми то такур, томар кукур, бория жанаха море. Киртан, you know, you heard this киртан. Все услышали этот киртан. Ор, манаса дехо гехо, жо кичу моро, орпину туа панде, нандо кишо. You heard, no? И этот. Манаса дехо гехо, жо кичу моро, орпину туа паде нандо кишо. This is, I mean, everything, all we will have to give unto the lotus feet of Bhagavan. Otherwise, здесь также говорится, что необходимо отдать все, что у нас есть Господу, вручить лотосным стопам Бхагавана. В противном случае достигнуть его мы не сможем. Бхагаван говорит, когда вы рождаетесь, вы приходите в мир с пустыми руками. Разве вы что-то принесли с собой? Ничего. Когда вы покидаете этот мир, вы точно так же не можете ничего забрать с собой. Но на протяжении жизни, в процессе жизни, вы забываете об этом. Вы не сможете забрать даже свое тело, которое считаете своим. Бхагаван объясняет, все, что вы достигли на... достигли, все, что у вас есть, деньги, собственность, все, что у вас есть, все, что вы заработали, приобрели, вы взяли из материального мира, может быть, образование, какие-то особые умения, навыки, квалификацию. Все это вы взяли от материального мира. Вы не принесли их с собой, когда приняли рождение здесь. Даже ваше тело взято у материального мира. Соответственно, когда вы в один момент вам придется оставить все, в том числе тело. Вы пришли в этот мир даже без одежды. И точно так же вам придется уйти из него. Прабхупад часто говорил, вчера я об этом упоминал. Мы настолько сфокусированы на мирских вещах, что that we can get some realization power. People are less interested. Никак не можем обрести осознание. You believe or not, for the past one or two years, последние год или два, realize that some fearful situation going to create.
я ясно увидел, насколько опасная ситуация создалась в нашем обществе. И в действительности то, что мы видим сейчас, не так уж и страшно по сравнению с тем, что будет в будущем. И при таких обстоятельствах бхаджан будет совершать совершенно невозможно. Таково влияние майи. И как же, большой вопрос, как же защитить свой, себя, свою чистоту, ум от майи. Люди настолько заняты, что у них нет времени, которое они могли бы посвятить Бхагавану. Но Прабхупад говорит, я также совершаю, исполняю свои обязанности. И Гуру Махарадж также говорил. Один человек спросил Гуру Махараджа, вы так много пишете, кто все это будет читать? А Шрила Гуру Махарадж ответил, Прабхупад сказал мне делать это. И поэтому я исполняю его наставление. Если кто-нибудь захочет почитать это, он сделает это. Но я не пишу для того, чтобы обрести последователей, славу, деньги. То же самое говорил Бхактивинода Тхакур. Все, что он писал, он посвящал Бхагавану. Если бы Бхактивинода Тхакур бежал за Пратиштхой, даже если бы он действительно хотел обрести Пратиштху, то есть славу, ни один мирской поэт не мог бы сравниться с ним. Даже Рабиндранат Тагор и другие знаменитые прославленные поэты. Он бы мог получить Пратиштху, славу, всемирную славу, щелчком, то есть очень легко и просто. Still today, you cannot believe I know, but still today, in this material world, there is such sadhus. Возможно, вы не верите в это, но по сей день в этом мире есть саду, которые полностью посвятили себя Бхагавану и совершенно не заинтересованы в том, то есть им совершенно не интересен этот мир. Они не испытывают к нему никакого вкуса. Итак, и Прабхупад, и Гуру Махарадж говорили, что они совершают баджан при помощи харикатхи. То есть для меня харикатха — это мой баджан, я ничего не жду от своего служения. Шлока, с которой я сегодня начал, превосходно, несравненно. Если вы поразмышляете над ней, вы согласитесь. Брахман говорит своему внуку Приявратте. When Priyavrata took decision to go to forest, many such characters you can find. Он обращается к нему, когда тот решил оставить все и уйти в лес. Есть много подобных ему, те, кто получили все богатство материального мира, получили славу, признание, почет, власть, но решили покинуть, уйти, удалиться в лес, чтобы совершать баджан. Почему Прабхупад говорил, что Шримад Бхагаватам необходимо изучать поэтапно, начиная с первой главы и постепенно продвигаясь вперед? Потому что благодаря этому процессу мы постепенно сможем развить отречение. All things, all everything.
В Бхагаватам есть все, но для того, чтобы увидеть это, понять это, необходимо руководство саду, Бхагаваты. К примеру, Гору Кишвардас Бабджи Махараджа сам является Бхагаватой, Маха Бхагаватой. Казалось бы, он был совершенно необразован. Но какую бы шлоку из Шримад Бхагаватам вы не произнесли, он давал на нее точнейшие комментарии, глубочайшие комментарии, поскольку каждое слово Бхагаватам есть не что иное, как сам Бхагаван. А Бхагаван пребывал в сердце Гору Кишвардас Бабджи Махараджа. Именно поэтому ему было открыто все знание, заложенное в Шримад Бхагаватам. Источник знания, заложенного в Шримад Бхагаватам, Бхагаван. И если Бхагаван находится в сердце Махабхагаваты, конечно же, он ему открыто все знание. Я знаю много саду, подобных ему, тех, кто не обладали никаким, у кого не было никакого образования. Более того, они были настолько неграмотны, что даже не могли писать. Расписывались они при помощи отпечатка большого пальца, потому что они не могли писать. Но они обрели полную милость своих духовных учителей. Благодаря своему мягкому, простому сердцу. В действительности, те, кто получает милость Гурудева, стремятся спрятать это от людских глаз. Они не выставляют себя, не выставляют это. Они держат это в секрете. Потому что это не то, что нужно рекламировать. И только Гурудев знает, что его ученик обрел его милость и осознал какие-то отдельные моменты. Никто из посторонних это знать не может. И на самом деле, если вы действительно совершаете бхакти, милость Гуру придет к вам. Если бы вы пожили вместе с саду, вы были бы потрясены, как они живут, как, насколько аскетична их жизнь. Вы даже не смогли бы питаться так, как, то, что, так, как питаются они. А вы думаете, что они наслаждаются жизнью? Конечно же, нет. Они действительно наслаждаются своей жизнью, потому что для них наслаждение составляет любовь, любовный взаимообмен с Господом. Так вот, я знаю саду, у которых не было никакого образования. Они были неграмотны, но проповедовали так, что нам сложно поверить. Перед ними лежала Чайтанья Чаритамрита, но они не могли прочитать даже ее название. But even they cannot read that this is Chaitanya Bhagavata.
Но когда они начинали говорить, все, затаив дыхание, слушали их. Потому что они говорили абсолютную сиддханту, истинную сиддханту. Возможно, вы злитесь на меня и думаете, что почему я говорю, не согласен с поведением той или иной группы преданных. You cannot believe, you think I am speaking about my Gurudev, really Gurudev. I think they are my Shiksha Guru, though not educated. Even in Siliguri, one Maharaj, однажды в Силигури, he is a disciple of Vaman Goswami Maharaj. Ученик Ваманы Госвами Махараджа. Externally you can think is mentally crazy. Казалось, что он сумасшедший. Но Вамана Госвами Махарадж хорошо знал, что он является подлинным преданным. Он был, имел какое-то образование, до какой-то степени был образован, но Вамана Госвами Махарадж в точности знал, насколько он предан ему. Это знал Гурудев и знал ученик. Только они, а посторонние об этом знать не могли. Они не могли знать о том, что он полуграмотный. Какую милость обрел этот ученик. Когда Вамана Госвами Махарадж оставил тело, этот ученик сказал, «Гурудев, ты ушел, я ухожу за тобой». Он только произнес эти слова. То есть перед Гурудевом, когда он ушел, он произнес эти слова. Это правда. Ушел Шрила Вамана Госвами Махарадж, и на следующий же день ушел он, оставил тело он. В такое сложно поверить, но это правда. Его звали Говинда Махарадж, ученик Шрилы Вамана Госвами Махараджа. Он написал одну статью, где упоминал меня. Лично я с ним никогда не общался. Мы даже не встречались. Прежде я, может быть, его встречал, но мы не общались. Но он слышал мою харикатху. И потом из статьи я узнал, насколько он любил меня. Он написал вступительную статью книги, в которой содержалась моя статья. Я говорил там о том, что сиддханта Шрилы Бхактипрагьян Кешава Госвами Махараджа совершенна, и мы не имеем никакого права ее изменять. И во видении Шрила Махарадж упомянул мое имя. Я думал, я падший, почему этот возвышенный Махарадж упоминает мое имя? Но прочитав, я понял, насколько он любил меня. Я начал плакать, когда прочел это. Сегодня мы будем говорить о учениках гуру и о славе, о отношениях гуру и ученика. Guardman, Darwan, no education, nothing.
еще один преданный из Непала, он был абсолютно необразован, но присоединился к движению, встретил Шрилу Бхактивиданта Мадхава Госвами Махараджа, и у них были глубочайшие отношения. Если пойдете по сей день, пойдете в... Все знают его там, это Парват Баба, все знали его. То есть, казалось бы, он совершенно необразованный, простой, преданный, но получил полную милость Шрилы Бхактивиданта Мадхава Госвами Махараджа. Гуру Крипа. Итак, Приябрата не хотел быть царем. Но Ману собирался оставить свой трон, поскольку в то время было правило, что по достижению 60 лет цари отправлялись в уединение, в лес, совершать баджан. Это я сказал сейчас по нынешним меркам 60. Тогда люди жили значительно дольше, и, соответственно, возраст ванапрастхи был другим. В Трета-югу люди жили по 10 тысяч лет, в Апара-югу по 1000 лет, а теперь 100 лет в лучшем случае. Приябрата хотел совершать баджан и не хотел быть царем. Поэтому он покинул царство и отправился в уединенное место под названием Дроначал Парват. Там, в пещере, он совершал баджан. А его гуру, Нараджи Махарадж, давал ему наставление. «Самосознание — это непросто», — говорил Нарада Махарадж. «Даже если вы потратите миллионы рублей, вы не сможете купить осознание». This is just like the comparison with one glass piece and one precious jewel diamond. Это все равно, что сравнить стекляшку с драгоценным камнем. With one glass piece is possible? С редким драгоценным камнем. Конечно же, они не стоят рядом. Так как же можно сравнить духовное богатство с богатством материальным? Но люди занимаются этим, делают это. На самом деле люди почитают и признают тех, кто находится на их уровне, то есть их же природы. Отец Парвата Махараджа, Ману Махарадж, стал переживать, где же мой сын? Был поражен, что он ушел, он стал искать его повсюду и в конце концов нашел. Нашел в пещере, получающем наставление от Нарады Махараджа. И тогда Ману Махарадж принял решение. Если я сам подойду к нему, возможно, успешной эта задумка не будет. Поэтому лучше я обращусь к своему отцу, к его дедушке, Брахме. Он попросил его: пожалуйста,
пойди и верни, приведи назад своего внука. А то он совершает баджан. И тогда Брахма вместе с Ману Махараджем пришли туда, пришли к нему в пещеру и сказали: «Сын наш, почему ты ушел сюда? Ты что, думаешь, баджан нельзя совершать дома?» Брахма сказал: «Внук мой, я Шанкар Бхагаван, все мы подчиняемся наставлениям нашего Прабху. Я вынужден возглавлять это творение, но делаю это лишь потому, что он приказал мне делать это». Это описано в Чатуршлоках Шримад Бхагаватам. Бхагаван приказал, и я выполняю его наставление. Также Бхагаван благословил Брахму. Ты будешь поддерживать творение. Это все творение, это очень непросто. Творение — это, то есть поддержание творения — это раджагуна. Творение — это раджагуна. И при такой деятельности очень сложно иметь умиротворенный, сосредоточенный на Господе ум. So Bhagavan came to help. Similarly, so Brahma speaking that actually I am going to carry out the order of Bhagavan. Brahma speaking, Shankar also going to carry out the Bhagavan. Итак, Брахма сказал: «Я исполняю наставление Бхагавана, точно так же, как и Шанкар. Мы вынуждены делать это. Ведь он Бхагаван, то, что он приказал, необходимо исполнять». И точно так же ты должен исполнять свои обязанности. Мне приказал делать это Бхагаван, я передал правление в руки Ману, а он передал его в руки тебе. What is speaking? Brahma speaking. Bhayam pramottasya vanishu vishad. Oh my son, if you are going to forest, still some sort of fear can follow you. Why? Сын мой, если даже ты удалишься в лес, страх пойдет за тобой, потому что ты заберешь свой материальный ум, материальное эго с собой в уединение в лес. Даже в лесу люди не могут достичь умиротворения. Материалисты не могут. Потому что их умы постоянно... отягощены мыслями. Мыслями о том, как заработать. In a month they can come, one or two days they can and enjoy AC. Giriraj Maharaj is there, in AC they are taking tea and coffee, glass window. That is their coming to Giriraj Maharaj. That is their coming to Giriraj Maharaj. This is the meaning of their coming. They are going to Ganga, Haridwar to take bath. Oh, so much sinful activity is done. Итак, такие люди зарабатывают деньги, грешат, и время от времени приходят принять омовение в священных реках, смывая свои грехи. Но это не есть бхакти. Brahma speaking, bhayam pramattasya vaneshu vishad. Pramatta mean those are crazy. Брахма говорит в этом стихе, произнесет слово «праматья».
you split up the word, prakishto rupe marto. Marto means mad. Marta означает сумасшедший. Crazy, full crazy. Crazy due to affluences. И сумасшедшими тут называются люди, которые сходят с ума по деньгам, по богатствам. Так вот, если такой человек, который, ум которого сосредоточен на заработке, удалится в лес, разве сможет там он достичь умиротворения? Ваш ум пойдет за вами, вы же не можете приобрести другой ум. Поэтому какой смысл? Какой смысл в этом уединении? Но если человек обрел полный контроль над своим умом, он может жить в обществе людей, может жить среди женщин, красивых женщин. Он сможет контролировать свои органы чувств и свой ум, поскольку их ум всегда находится у лотосных стоп чистых преданных. When somebody is living with six enemies, Shaha Shatapatnya, six wives, wife in the sense, they cannot be separated from him. У человека шесть врагов. Человека одолевает шесть врагов. Кама, кродха, лобха, мадхамацария. Шесть врагов. Об этом же говорит Бхагаван Шри Кришна. Арджуна, не сомневайся, что эти враги находятся внутри тебя. Это несомненно так. Ты пытаешься найти их снаружи, но не внутри. Ты их ищешь, не можешь найти, а они внутри тебя. Думаем, что этот мой враг, этот мой враг. Да нет никаких врагов. Они внутри нас. Если подлинный саду, если вы понаблюдаете за настоящим саду, вы увидите, что нет у него абсолютно врагов. Даже комаров, которые кусают их, они не воспринимают как своих врагов. Даже если вы станете воспринимать их как своих врагов. Это мы видели на жизни Шрилы Бхактипрамадпури Госвами Махараджа. Это поразительно, но действительно он никому не испытывал враждебности. Никому не питал вражды. А те, кто были против него, всем им приходил конец. Он был невинен, как ребенок. Но находились те, кто хотели взять его под свой контроль.
У Гуру Махараджа не было ни учеников, ни храма. И он смиренно принимал их выходки. Но я сам своими глазами видел, как жизнь этих людей была полностью разрушена. Итак, у саду не может быть врагов. Если вы не верите в это, вы должны понаблюдать за ними. Итак, враги внутри нас. Шрила Бхактивиген Бхарати Госвами Махарадж очень часто объяснял этот стих. Он говорил о том, как Наротам Дас Такур вовлек эти шесть врагов, задействовал шесть этих врагов в Кришна-севе. Он задействовал кротху в служении Бхагавану, лобху, моху. Но Мацари он задействовать не смог. Ей нет применения в служении. Поэтому говорится, что Мацари очень опасна. Если у кого-то такие недостатки, как вожделение, жадность, очень легко от них избавиться в действительности, но если человека одолевает зависть, решения этому нет. Точнее, невозможно ее задействовать в преданном служении. От нее необходимо избавиться. If he is going to live with six wives, dangerous, like Kama, Krodha, Lobha, then what is the utility going to forest? And at the same time, итак, если вы возьмете с собой в уединенное место, где собираетесь совершать баджан, шесть этих врагов, нет смысла ни в каком уединении, говорил Брахма. А если вы избавитесь от них, то сможете жить и дома. Да, можно подчинить себе органы чувств, но, конечно же, это еще не все. Что самое главное, так это любовные отношения с Гуру Вайшнавами. Развили ли вы их? Мы знаем многих, кто подчинил себе органы чувств, а затем пал. Так вот, человек, который подчинил себе шесть этих врагов, сможет легко жить в семье, семейной жизнью. К примеру, Амбариша Махарадж. Он полностью контролировал шесть этих врагов. Не только их, но и весь мир повелевал всем миром. Притху Махарадж, Юдхиштир Махарадж. Джанак Махарадж. Вы знаете, кто он такой? Вы будете поражены. Мы на самом деле до конца не знаем, кто он. Имеется в виду, что его положение настолько возвышено, что нам невозможно до конца понять его уникальное положение. Шукадева Госвами послали к Джанак Махараджу, чтобы он утвердил его возвышенное положение. То есть Шукадев Госвами, возвышеннейший Парамахамса, пришел к
Джанак Махараджу для того, чтобы он подтвердил, что Шукадев Госвами занимает возвышеннейшее положение, что он достиг высшего уровня. Тем не менее, Джанак Махарадж жил в обществе. Он не жил в уединении. Он обучал людей. В Гите Кришна говорит, такие личности, как Джанака Махарадж, совершенно не питают никакого вкуса к материальному миру, но лишь для того, чтобы вовлечь людей в исполнение долга в Варнашрама Дхарму, они пребывают в этом мире. Казалось бы, они занимают, сидят на золотом троне, но их ум погружен в лотосные стопы Бхагавана. Так что же в этом плохого? Разве в этом есть что-то плохое? Так Брахма пытался убедить своего внука вернуться назад. И у него получилось сделать это. Конечно же, он не мог не послушаться своего дедушку, такую возвышенную личность, как Брахма. И он вернулся назад. Тем не менее, Брахма был несколько расстроен. Потому что его не покидала мысль, что он поступил неправильно. Мой внук уже обрел отречение, и он хотел совершать баджан Бхагавану, а я опять вернул его назад к материальной жизни. В Бхагаватам говорится об этом. Очень сложно привлечь человека к Харибаджану. За всю свою жизнь я так и не увидел никого, кроме представителя нашей Гуру Варги, кто действительно на 100% хотел бы обрести Бхагавана. Потому что такая личность невероятно редка. Так вот, когда находится такая личность, которая хочет совершать Харибаджан, когда его пытаются соблазнить богатствами, но он отказывается от них. Как это было в жизни Шрилы Бхактивиданта Мадхава Госвами Махараджа? Перед тем, как он встретился с Прабхупадой, начал совершать баджан, он встретился с одна семейная пара, очень богатая, хотели сделать его своим наследником, но он отказался. Также одна богатая женщина из Англии хотела выдать замуж за Бутабрита Прабху свою дочь, очень образованную, из высшего общества. Но Бутабрит Прабху сказал, я оставил все свое имущество, все, что у меня было, ради того, чтобы обрести лотосный, чтобы стать ближе к лотосным стопам моего Гуру Махараджа. Я не хочу вернуться, возвращаться назад. Итак, подлинного вайшнава ничто не может сбить с пути. Without the help of Guru Pad Padmo, it is really impossible to cross over this material world. Без помощи Гуру Пада Падмы невозможно пересечь материальный океан, говорит Кришна. Without the kripa of Guru Vishnu, in true sense, not external kripa, it is impossible. But
to get kipa. Gurudev like to give kipa. Gurudev like to give kipa to me, no? Но Гурудев всегда готов дать мне свою милость, но при этом я должен быть готов принять ее. Я должен иметь квалификацию сделать это. Вчера я говорил очень много о гуру и ученике. Я также объяснял, что воду можно смешать с водой, но воду с маслом смешать не получится. И если сердце гуру и ученика пришли в полную гармонию, их отношения будут действительно очень плодотворными, потому что в таком случае ученик принимает все, что гуру дает ему. Но в случае, если лишь гуру хочет наделить меня своей милостью, а я не способен ее принять, прогресса не будет. Таким образом, и ученик должен обладать качествами ученика. Он должен полностью предаться, не должен стремиться к пратиштхе. И в то же время гуру также должен быть совершенен. И для успеха этого процесса необходима проверка. Гуру должен проверять ученика, а ученик гуру. Ученик должен быть снигда, то есть сложно перевести это слово в полном его смысле, передать полный его смысл. Кто снигда? Объясняет Прабхупад. Тот, кто обладает всеми качествами Гурупада Падме. Тот, кто перенял все его качества. И обладает тем же интересом, теми же вкусами. То есть, если гуру любит изучение определенных шастр, ученик также питает к ним особую любовь. Гурупад Падма говорил, он произносил эту поговорку на санскрите. Какой отец такой ученик? Какая лошадь такой наездник? Точнее, какой наездник такой, такая лошадь? Если натренирована лошадь и всадник очень наездник очень квалифицирован, они вместе будут, то есть их сотрудничество приведет к успеху, даст хорошие результаты. Таким образом, снигда шишья обладает, перенял все качества гуру. Шрила Кешава Госвами Махарадж был очень талантлив. Среди всех, все наши гуруварги, Кешава Госвами Махарадж обладал одной особенностью. Он был невероятно умным. Нам очень сложно даже вообразить такой интеллект.
И Шрила Вамана Госвами Махарадж перенял это качество. Его гуру был Шрила Кешава Госвами Махарадж, в точности знал все шастры, и Вамана Госвами Махарадж также перенял это качество. И только единственное, что мы можем видеть, единственное различие, Кешава Госвами Махарадж был очень строг, а Шрила Вамана Госвами Махарадж, казалось бы, был мягче. Но на самом деле, если вайшнав строг, еще не значит, что он лишен настроения тринадапи. Смирение обязательно присутствует в саду, но порой бывает так, что мы не можем его увидеть. И поэтому единственное различие, которое мы видим в них, это вот это небольшое, казалось бы, различие. Но все остальное, их могущество, все их, всех качества схожи. Даже Гималаи могут терять сознание перед таким возвышенным вайшнавом, как Шрила Вамана Госвами Махарадж. Если вы жаждете лабху, пуджу и пратиштху, вы не сможете оставаться смиренным. Смирение присутствует лишь тогда, когда человек лишен жажды власти, денег, почета. Таким образом, снигда шишья — это тот, чье сердце едино с сердцем гуру. У кого тот, кто не имеет различий с гуру, тот, кто не отличен от гуру, на самом деле совершенно никакого значения не имеет народная оценка, то есть оценка окружающих преданных, поскольку, может быть, все люди выражают почтение этому преданному, но когда придет чистый преданный, лишь взглянув на него, он поймет его истинное положение. А весь, то есть, может быть, он ничего из себя не представляет, а весь мир на него вешает гирлянды. Потому что люди ищут то, чего нет, там, где этого нет. Они просят: «О, даруй мне знания», но в этом источнике знания нет. Итак, вчера мы остановились на этой шлоке. Now, so many things, actually our, is this Brahman, I mean, did Avadhut Brahman like to speak? If you are developing any attachment for any material thing, если ты привязался к каким-то материальным вещам, эта привязанность и станет причиной ваших страданий, причиной твоих страданий. Причина страданий в том, что мы не готовы принять изначальное свое положение. То есть, имеется в виду, мы пришли сюда с пустыми руками. Но из-за того, что мы привязались к вещам материального мира, мы испытываем боль. Это происходит автоматически. Саду не обладает никаким, у саду нет никаких ожиданий. Он ни от кого ничего не ждет. Он живет в соответствии с тем, какую жизнь уготовил ему Бхагаван. Он не просит ничего. Он счастлив тем, что послал ему Бхагаван. You can find one place
Please you can find and show me one place where there is no infighting. Everywhere infighting. Somewhere it is not exposed, somewhere it is not exposed in public, and somewhere it is kept. It is not exposed in public, that's why you don't know. But always tension, anxiety, fighting there. Why? Nobody like to avoid pratishtha. Почему люди враждуют? Потому что они не хотят отказаться от пратиштхи, от своего стремления к ней, от своего стремления к славе. И так они сражаются за место под солнцем. Махапрабху — высшая верховная личность Бога. Он знал в совершенство Ньяя Шастру, то есть еще в самых своих, своих играх, еще до принятия саньясы, он являл лилу знатока Ньяи. Джанак Махарадж правил в Митхиле. Это, она находится на границе с Непалом, там горы, очень красиво. Я никогда там не был, но я знаю, как называется это место, где родилась Сита. Ситта-море. И в то время Митхила занимала очень значимое положение в Индии. Сейчас Индия из-за разделений, из-за дробления ее территории стала совсем маленькой по сравнению с тем, что было прежде. Она была огромной. Вся она сейчас распалась на части. Мадагаскар, you heard Madagascar? You never heard. Durga Puja, there are Bengali people there. All was in India. But now separate from me. Pakistan, Burma, all everything, all up to Afghan, all India. Пакистан, Барма, все до Паки... So, Nepal was India. Непал принадлежал раньше к Индии, но теперь все разделилось. Каши, Варанаси и Митхила в то время были столицами Ньяя Шастра. Там жили возвышенные личности. Пандиты. Тем не менее, среди этих мест Навадвипа была самым главным, была столицей Ньяя Шастры. То есть занимала более возвышенное положение даже среди этих государств. Точнее, впоследствии Навадвипа стала. Занимать это главенствующее положение. Махапрабху написал книгу о Ньяя Шастре. Она нам неизвестна. Мы думаем, что Махапрабху написал лишь Шикшаштакам, состоящую из шести шлок. И думаем, что все, что написал Рупа, все писания Госвами являются комментариями на Шикшаштака Махапрабху. Тем не менее, Махапрабху написал еще и Ньяя Шастру. И у Махапрабху был друг, который хотел стать знатоком Ньяя Шастры. Однажды Махапрабху переплывал на лодке реку. Махапрабху дал ему книгу, которую он написал.
Они порой обсуждали Ньяю, и Махапрабху хотел поделиться тем, что он написал. Когда этот друг прочел книгу, еще с самой первой страницы он начал рыдать. А, то есть, когда он начал читать, он сразу же начал плакать. Махапрабху спросил, в чем дело, почему вот ты плачешь? Тот не отвечал. Но все же он сказал, после моей книги не стояли рядом с твоей книгой. И никто не будет читать мои книги, и читать никто мои книги не будет, если существует такая книга, как, которую написал ты. И Махапрабху сказал, о, ты из-за этого плачешь. Взял свою книгу и выбросил в Гангу. Все, ты главный знаток Ньяя. Итак, саду присутствуют в этом мире, несмотря на то, что нам они, может быть, таковыми и не кажутся. Мы в них саду, может быть, и не видим, но они присутствуют в этом мире. Один Веданта Саду, то есть Саду, который знал в совершенстве Веданту, к нему приходили выдающиеся профессора. Он был очень скромным, повторял харинам, и к нему приходили знаменитые профессора с вопросами, которые возникли у них. Веданте. Но однажды он так разгневался, что прогнал их. Он сказал, что Веданта — это не то, на чем можно разводить спекуляции. То есть они хотели получить определенные степени учености в Веданте, степени в познании Веданты. И этот саду очень разгневался. Прабхупад никаких титулов не принимал. Единственный его титул — это Бхакти Сиддханта. Тем не менее, он так даже никогда не подписывался. Он из смирения подписывался Сиддханта Сарасвати. У меня есть письмо Прабхупады, и там наглядно можно увидеть. Я хочу поместить его в новый центр. Кришна говорит, Удава, этот Брахман начал говорить нечто особенное Яду Махараджу. Ты знаешь, почему весь этот мир погружен в войны? За что борются люди? А в действительности можно найти решение. Россия воюет. То есть на войны, которые сейчас проходят, затрачивается огромное количество денег. Их можно было бы, то есть возникшие проблемы можно было бы решить мирным путем. Но сейчас происходит. Полномасштабная война. Если разобраться в глубинной причине, в глубинной причине этих войн,
причина в ложном эго. Потому что каждый хочет доказать свое превосходство. Каждая страна хочет быть главенствующей. Россия хочет быть главной. Америка хочет быть главной. Но если бы было хоть чуть-чуть смирения, разве возникали бы подобные конфликты? Почему среди преданных возникают проблемы, конфликты? Я четко вижу, что в будущем все будет погружено в огонь материализма. И сейчас я хочу покинуть этот материальный мир. Я не хочу тут больше оставаться, но не могу это сделать, поскольку у меня много обязательств. Просто за то, что вы следуете наставлениям Прабхупады, в наше время вас подвергают гонениям, осуждению. Ситуация нынешних дней очень опасна. Авадхут Брахман начал открывать Яду Махараджу особое знание. Он сказал: ты знаешь, коренная причина всего происходящего в том, что каждый борется за место под солнцем. Каждый хочет занять главенствующее положение. То же самое Авадхут Брахман сказал Яду Махараджу. Как описана история. Маленькая птичка отыскала кусок мяса и хотела в уединении спокойно его поесть. Птица называется курари пакша. Я не знаю, какое у нее название на русском или английском. Она держала в клюве этот кусок мяса, и на нее внезапно налетели птицы, большие птицы, стали атаковать ее. Она была в полной растерянности, я же ничего плохого не сделала, за что они нападают на меня. От страха внезапно она выронила этот кусок мяса. That the all birds fearfully going to attack me now, attacking, not now. They're all running. Тут она, птичка увидела, что все эти птицы полетели за этим куском. Так вот в чем причина. Все было из этого куска мяса. Я им не была, то есть я им была не нужна. Так, эта птичка смогла понять коренную причину, по которой
на нее напали хищные птицы. Когда птичка избавилась, то есть то, благодаря тому, что она избавилась от этого куска мяса, ее жизнь была спасена. Точно так же, когда мы не гонимся за славой, у Прабхупады не было врагов. Однако многие враждебно относились к нему. Почему? Потому что он проповедовал абсолютную истину. Он говорил подобно... Его речь была подобна огню. Его речь меняла жизни людей. Это и есть проповедь. Могущественные саду, у могущественных саду, естественно, возникают повсюду враги. Почему? Почему так происходит? Я уже дал ответ. Почему настоящих преданных в обществе недолюбливают? Почему у Рамануджачарьи возникало столько проблем? Почему так много вражды он получил от окружающих? У него не было никаких негативных чувств, кому бы то ни было. Но его хотели убить. Разве Рамануджачарья сделал что-то неправильное? Вы можете указать на какую-то ошибку, которую он совершил, или на какой-то недостаток его поведения? Он был совершенен. Он был вайшнавом, соответственно, был совершенен. У вайшнава недостатков быть не может. А мы критикуем их. Критикуем из-за своей зависти. Или, к примеру, Мадхва Ачарья. Можете вы себе представить, чтобы у Мадхва Ачарья, чтобы он воспринял кого-то как врага? Конечно же, нет. Тем не менее, у него было много врагов, было много людей, которые были настроены против него. Есть одна книга, выпущенная Ачари Сампрадая, последователем Мадхва Ачари. Я прочитал, я забыл ее название, но я прочитал ее. Там описывалось, что происходило в то время, во время Мадхва Ачари. Его Мадхвачарью хотели убить и насильно, вначале насильно заставить принять Майяваду. Насколько или буддисты, к примеру, они также сражались с Майявадой для того, чтобы занять главенствующее положение. Итак, в мире постоянно происходят войны, борьба. Итак, у Мадхва Ачарьи врагов не было. Однако многие были настроены против него. Сам Мадхва Ачарья не воспринимал никого как врага.
Вспомните историю с Бхататари. Он хотел, они хотели убить Махапрабху. Хотя Махапрабху никому не питал враждебных чувств. И поскольку люди не готовы принять то, что говорит вайшнавы в наше время скрывают себя от общих глаз. Interested about the actual teaching, preaching, real teaching. Проповедь, настоящая проповедь, не что иное, как провозглашение абсолютной истины. Прабхупад говорит, что подлинный проповедник сосредоточен на качествах, а не на количестве. То есть сосредоточен на качестве проповеди, а не на количестве учеников. Наш Гурудев говорил, что если вы даете кому-то посвящение, прежде всего вы должны понять, сами-то вы получили инициацию по-настоящему. Является... Итак, наша Гурварга говорит, что подлинный вайшнав никогда не думает о количестве последователей. И в то же время он наблюдает за своим учеником. Он уже давно, он уже какое-то время назад получил посвящение от меня. И что же, как же меняется его сердце? Как расцветает его сердце? Когда я смогу предложить его увидеть цветка лотосным стопам Кришны? Когда я смогу подойти к Бхагавану со словами, я по всему миру искал эти цветы, и только сейчас я могу поднести их тебе. Именно это, к этому стремится вайшнав, к тому, чтобы предложить нас как цветы Господу. Если бы они хотели, пратиштхи хотели бы славы, они бы запросто получили ее, но она им была неинтересна. Садхгуру внимательно наблюдает за своим учеником. Мой гуру Махарадж покинул этот мир, казалось бы, уже давно, но он пристально наблюдает за мной. Следую ли я тому, что говорю, или говорю... Или моя проповедь — пустые слова. Так, Авадхут Саньяси говорит, если ты будешь стремиться к лапхе, пуджи и пратиштхе, все, что ты от этого получишь, это врагов. И примеров этому много. Но по этой причине возникли проблемы в изначальном Гаудия Матхе. Это устроило в действительности йога майя. Были
те, кто хотели провозгласить себя учениками Прабхупады, но в действительности они ими не являлись. Да, возможно, какое-то время назад они действительно были полноценными учениками, но они отступили от его учения. И они захотели захватить место Ачарьи. И на этой почве возникли разногласия в Гаудия-матхе. Но нужно четко понимать, что за всем этим стояло настроение служения. К примеру, когда Шрила Бхакти Прагьянкеша Госвами Махарадж посещал суды, принимал участие в судебных тяжбах, за этим стояло настроение служения. Когда Кешава Госвами Махарадж наряжался в дорогой костюм и приходил к судье, это и есть бхакти, проявление бхакти. Он смог защитить Гаудия-матху Мадхури, когда на него напали разбойники. Поэтому мы не должны иметь никаких сомнений. Все, что делают представители нашей Гуру Варги, является чистым бхакти. Лишь один единственный преданный Гаудия-матха может спасти весь мир. Сам Прабхупад сказал, что Гаудия-матха — это единственный путь. Нет других дорог, других путей. So that the preaching can be done extensive way. Each lion going to stay in one. Йогамайя устроила так, чтобы проповедь развивалась в разных направлениях. Так что, как говорится, пять львов не могут жить вместе, не могут жить в одной клетке. То есть каждому льву по клетке, потому что лев — царь зверей. Но мы восприняли то, что произошло после ухода Шрилы Прабхупады в Гаудия-матхе, неправильно. Стали думать, что ученики Прабхупады утратили бхакти, и поэтому это произошло. Но это, конечно же, не так. Махапрабху никогда не переставал выражать почтение Брахмананда Бхарати. То есть преданные предлагали: давайте мы приведем его сюда, приведем его к тебе, Брахмананда Бхарати. Махапрабху сказал: нет, он мой гуру, один из моих гуру, я сам пойду к нему. И с гирляндой он пришел к Брахмананда Бхарати. Но когда он пришел к нему, спросил Мукунду, где Брахмананда Бхарати. Он сказал: вот же он. А Махапрабху сказал: нет, он не может быть Брахмананда Бхарати. Как это Брахмананда Бхарати стал бы носить, может носить шкуру тигра?
И тогда Брахманандо Бхарати понял, что Прабху не нравится то, что я ношу тигриную шкуру на себе. Он носил ее в знак отречения, то есть как показатель своего отречения. Но как только он понял, что Махапрабху недоволен этим, он сразу же стал носить обычную одежду. И тогда Махапрабху стал прославлять его. Итак, у нас нет права без почтения относиться к нашей Гауди Варге, Гуру Варге. Итак, мы знаем, теперь мы знаем, что пратиштха самое страшное, что только может быть, но к вайшнава пратиштхе мы стремимся, мы должны ее принять. Если я скажу, что я не могу принять никакой пратиштхи, поэтому не буду говорить харикатху. Но как же ты... То есть мы обязаны исполнять свое служение. Если мы откажемся от него лишь потому, что присутствует опасность того, что мы прославимся, что мы обретем славу, что придет пратиштха. А пракрита пратиштха не осквернит наше сердце. Прабхупад более того говорит, что если вы не примете вайшнава пратиштху, вы пойдете. Поразительная Сиддханта Шрила Прабхупада. Итак, у нас нет права нарушать его наставление. В настоящие дни те, кто не следует наставлениям Прабхупады, занимают главенствующие посты. Но их последователи хотят быть обманутыми, и поэтому они обмануты. Что мы можем поделать? На сегодня мы остановимся, потому что вам нужно постараться усвоить то, что вы услышали сегодня, что вы уже услышали. Постарайтесь усвоить все, что вы услышите. Харикатха не должна входить в одно ухо и выходить из другого. So anyway, Panchakalpa.